Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня пеку в духовке творожные пончики. Пышные, мягкие, быстрые и без дрожжей. Кому понравились, готовьте со мной. В глубокую миску разбиваю одно яйцо. Добавляю 3 столовые ложки сахарного песка. Пакетик ванили или 1 четвертую чайной ложки. Щепотку соли или также 1 четвертую чайной ложки. 1 столовую ложку растительного масла без запаха и 1 столовую ложку сметаны 20%. Высыпаю сюда подготовленный творог 250 грамм. Перемешиваю как следует. В однородную массу добавляю чайную ложку разрыхлителя. Просеиваю примерно 200 грамм муки. Просеиваю порциями и сразу же вымешиваю. Муки может уйти немного больше, все зависит от сухости вашего творога. После того, как венчиком размешивать тесто уже невозможно, начинаем разминать его рукой. И параллельно добавляем муку, если ее маловато. Вымешиваем эластичное тесто, выкладываем его на коврик или на подпыленный мукой стол и скатываем все в жгут. Жгут разрезаем на 2 части. Одну часть убираем и второй нарезаем кусочки. Кусочки примерно по 5 сантиметров ширины и по 3 сантиметра толщины. Раскатываем небольшие лепешечки и из этих лепешечек будем формировать наши пончики. По желанию можно оставить их прямо вот такими кругленькими. Но если вы хотите сделать калачиками, возьмите любую выемку. У меня это насадка от кондитерского шприца, которая держит кондитерский мешок. Вырезаю кружочки. Кружочки также буду выпекать. Когда калачики готовы, выкладываем их на противень, застеленный пекарской бумагой. У меня это специальная подложка для выпечки. И смазываем верх сметаной. Разогреваем духовой шкаф до 180 градусов, ставим выпекаться на 20-25 минут. Калачики готовы. Остается их снять и слегка остудить, а затем по желанию посыпать сахарной пудрой. Можно также эти калачики покрыть шоколадной или молочной глазурью. Будет очень вкусно. Обязательно приготовьте. Калачики готовятся легко, просто, получаются пропеченными и вкусными. Приятного аппетита!